Рядом со мной находится прекрасная Динара Талякова. Динара, скажи, пожалуйста, с какой линии одежды вы приехали на данную выставку и что на тебе такое потрясающее надето в данный момент? Здравствуйте. Я представляю нашу московскую компанию российского дизайнера Мария Брославская. И хочу немножко рассказать о нашей одежде. На мне сейчас на данный момент юбка, принтованная авторская работа, называется «Криминальное чтиво». Все принты мы наносим сами. Хочу еще что рассказать. Что наверху? Что? Жакетик, короткий жакетик, эко-кожа, представляется в разных цветах. А скажи, какую еще коллекцию одежды вы привезли с собой, вот помимо того, что на тебе надето? У нас есть разные направления одежды, верхняя одежда, пальто, куртки, платья хлопковые, принтованные платья, юбки, брюки, жакеты, в общем, абсолютно все. У нас размерная сетка от 40 размера до 54, что редко здесь встретишь, поэтому приглашаю всех к нам. Дин, скажи, пожалуйста, а какие цели вы перед собой ставите на выставке CPM? Ну, мы ищем байнеров, мы выступаем первый раз на выставке, продвигаемся, хотим быть известными. И надеюсь, у вас все получится. Спасибо, что были с нами. Динара, спасибо.